бегущих спортсменов встретили в парке имени Гагарина. В их честь устроили праздник дружбы. Эстафета стартовала 12 апреля в Нью-Йорке возле штаб-квартиры ООН. На протяжении всего пути факел пересекает все континенты. Это более 100 стран мира. Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни и укрепление дружественных связей между населением разных стран. Всемирный бег гармонии – это международная факельная эстафета в олимпийском стиле, которая проходит сейчас в 140 странах. Прямо вот в данный момент такой же пробег проходит в Австралии, в Америке, по странам Европы. И вот 5 команд бежит по нашей стране, по России, и все они встречаются 25 июля в Астане. Присоединиться к бегунам мог каждый желающий в любой стране и в любом городе. Светлана из Белоруссии начала свой забег 10 июня в России, в городе Владимир. Нас встречали очень по-разному в разных городах, но вот в этом городе первый раз мы выпустили голубя мира. В Челябинске участников всемирного бега гармонии также встретили маленькие горожане. Мне очень понравилась атмосфера, понравились эти замечательные человеческие улыбки. Эстафета продолжится в юго-восточном направлении, соединяя Челябинск и столицу Казахстана Астану, где и состоится торжественный финиш.